Ребят, всем привет, с вами Барсук на канале Фортуна. Постараюсь коротко. Здесь у нас динарий на глубине 20 сантиметров. Прибор уже отстроен, чуть похрякивает. В принципе, каких-то ложных нету, но и динария нету. Ну, что-то еле-еле там пролазит, то есть сигнал некопаемый. Скажу, что 5 копеек советов на 15 сантиметров берет стабильно. Динария на 15 тоже достает. Но суть главная какая у нас. Пришла мне новая катушка большая, многим, я думаю, она будет интересна. Чего у нас позитива? Этой катушкой я на битом-перебитом месте в хлам вот насобирал столько металлопластики. При том, что другие приборы сказали, его ничего не было. Но, заметьте, монет ноль. Ни одной монеты. То есть, соответственно, понятно, почему нет монеты. И этот прибор не есть только универсальный. Это под супер мелкую ювелирку и под металлопластику, где ее нет, он ее нагребает. Это только часть более-менее целого. Обломков, ну, наверное, в два раза больше по количеству единично. По массе, возможно, и нет. Сейчас я поменяю катушку и попробую, придаст ли она глубины или нет именно на монеты. Ставлю на паузу. Итак, сразу заметил, что при откачке баланса грунта тяжелее отстраивался. Вот видите, не хочет показать тоже значение. Это с минуса. Но я откачал ближним качком или право-влево. Сейчас вот, кстати, не хочет. А, нет, вот откачался. То есть, минус катушки сложнее откачать. Но ситуация какая? Я вот не подходил на 20 сантиметров динарию, а 25 сантиметров динарии. И вот тут топовые приборы. Под наклоном 15 градусов он стоит, еле видят. Смотрим, чистое место. Вот здесь монетка на ребре. Ну, ее все берут. А вот эту цель с прохода черным, а за 3 сантиметра этот цвет. За и в конце мягкий знак. В общем, я, в принципе, и по монетах довольный. Ну и здесь, слушайте, настройки ничего не менял, даже другую программу не пробовал. Микро, так, это моды у нас. Гейн 89, 40, а, все правильно, поэтому и чернит. Ну, это уже максимум отсева. Ну, 25 где-то, ну, давайте я поставлю там 15-14, как я ставил в предыдущем. Что она у нас зарисует, что-то я не обратил внимания. А, все, нормально. Монета даже с прохода сидит в цвете. То есть, эта катушка действительно хорошо прибавляет. Кладик на глубине 45 сантиметров. Медные монеты, где-то штук их 15 там. Вообще без вопросов. Ну, что сказать. Катушку советую. Всем удачи, здоровья. До следующих встреч. С вами был Барсук на канале Фортуна.